Раз, раз. Слышно? Ага. В некотором царстве, в некотором государстве. Ай, да ладно, что вы в самом деле как маленький? Все, конечно, давно уже поняли, что речь пойдет о тридевятом царстве. Ну, о чем еще рассказывать? Это было, в смысле и есть, мощное государство. Просвещенное и культурное, извините за выражение. Достопримечательностей было пропасть сколько. Вот. Ой, не то, извините. Вот же. Полюбуйтесь. Посмотреть на него. Кот! А? Закинул старик в море репку, тянет, потянет, вытянуть не может. Что ты меня будешь, что? У меня обеденный перерыв. Но я же соскальзываю! Да что же это такое? Отдохнуть не даю. Скажите им, чтоб не топали! Нам прокричат ура! Спросим мы у своих подруг друг друга! Был, конечно, в тридевятом царстве царь. Ну, там мудрый, справедливый и все такое прочее. А у царя был ключ. Секретный. И, конечно, там было чего-то закрыто этим ключом. А вот что, никто не знал. А еще у царя был любимый. Короче, служил у царя. Да-да. Но если вы думаете, что я простой волк, то вы глубоко заблуждаетесь. Глубоко. Нет, я, конечно, волк, но... Во-первых, я доверенное лицо царя. Ну, не лицо, а это морда. Да, морда царя доверенная. А во-вторых, я вообще этот, как его, серый кардинал, вот. Ну, а в-третьих, и это самое главное, я... Эй, серый, ты с кем там, а? Давай, дуй на кухню, поторопи их с обедом. А это наш первый министр. В смысле, ну, не наш, а царя, конечно. Я тоже нет. Ох, темная личность. Рад вас видеть, ваше темнейшество. Скоро полнолуние. Я знаю, но... Ключ. Мне от тебя нужен ключ. Будет. А мы... И как ты его достанешь? Я... Ты должен жениться на Василисе. Жениться? Да. Царь ведь хочет выдать ее замуж. А, ну, вроде хочет. Ну так, не сильно. А ты подтолкни его. Женишься, тебе царство, мне ключ. Понял? Здравствуй, дочка! Здравствуйте, папа. Книжек-то у тебя сколько всяких? Да, папа. И красные, и синие, он даже зеленые есть. Да, папа. А, какая ты у меня умная, даже этот закончила. Как его? Оксфорд. Ага, и эту, ну? Сорбонну. Вот-вот, а все учишься. Ты ж скоро умнее всех будешь. А этого ни один жених не потерпит. Как я тебя тогда замуж выдам? А я замуж не собираюсь. Я карьеру буду делать. Получу третье высшее образование и свое дело открою. Дело? Твое дело детей рожать. А, там это, скоро обед подавать будут.
прекрасная Изольда, молвил Тристан, я предлагаю вам руку и сердце. Соглашайся, дура! Царь-батюшка, дозволь с тобой конфиденциально перемолвиться. Говори. Ты знаешь, как я тебя уважаю. Как государственного деятеля, как политика мирового масштаба, как человека, в конце концов. Но стареешь ты, надёжь, государь. А вдруг? Какая внешняя угроза? Кто твое дело подхватит? Кто продолжит твои начинания и захочет твои продолжения? Ты чего? Денег одолжить хочешь? А ну, этого, конечно. Да нет! Я говорю, человек нужен, который власть у тебя примет, которому ты ключ сможешь передать. Ключ. Ну да. Преемник, думаешь, нужен? Вот ты, царь-батюшка, скажешь. Тебе за слово в карман палец в рот не клади. Именно что преемник. Только вот, а откуда он возьмется? Да. Не дал Бог сына. Ну, у тебя же дочь. Если как-то правильно ею распорядиться. Ты чего несешь? Как распорядиться? Ну, например, выдать ее. Только вот куда? А если замуж? Замуж? Как у тебя голова работает? А за кого? Ну, не знаю. За кого-то. Ух ты! За кого-то? Мне бы это даже в голову не пришло. Широко мыслишь. Ну, конечно, да. Только вот, за кого-то? Ну, я думаю, что человек должен быть проверенный. Не шибко молодой, но не старый. Не очень худой, но и не толстый. И хорошо бы, чтобы состоял на государственной службе, до руководящей должности. Ну, чтобы в случае с чего, он сразу раз и руководить, без раскачки. Но... И где мы такого возьмем? А? Ну как? А если посмотреть вокруг, может, рядом кто окажется, а? Тут кроме тебя никого рядом нет. Ну так, может, оно и так сказать. Вот, видишь, ты не знаешь, и я не знаю. И вообще, какая угроза? Никакой угрозы не наблюдается. Да и я еще. Ого-го. Так что, погоди. Все, ступай. Ну что? О преемнике поговорил. Намекал, подталкивал, оказывал давление. Результат? Никакого. Ничего не понял, дуралей старый. Говорит, угрозы пока не наблюдается, поэтому, говорит, сам править буду. Сам, значит, править будет. Ага. Надо организовать угрозу. Надо. А как? Напугать его. Вот это правильно. А кто пугать будет? Догадайся с трех раз. В общем, неспокойно было в нашем царстве, прям вам скажу. Зато в 30-м. Это рядом, вон, за забором через дорогу. Тишь да гладь. И жил там Иван. Хотя почему же? Живет? Вот он, смотрите. Кто здесь? Больше всего на свете Иван хотел быть пожарным. Ну да. Во-первых, красиво. Каска медная, на солнце блестит. Пожаром, но едим свой хлеб не даровни. Причимся ветром, а горы суточим. Рядом мы станем вместе в круг. Топнем, покурим здесь бамбук. Шунем, погаснет все вокруг. Нам прокричат ура! Ну, конечно, больше всего в пожарном деле нравилось ему слово «бранспой». Да, потому что одно дело из шланга пожар тушить, а другое из бранспойта. Еще Иван очень любил присваивать пожару категорию сложности. Присваиваю этому пожару третью категорию. Нет, все-таки пятую. Мы станем вместе друг.
девушку можно на пожар спасти. Ну, или там зверушку какую-нибудь. Но не бывало в этом царстве пожаров, потому что никто со спичками не баловался и в постели не курил. Зато был царь-император, который очень любил принимать парады и принимал их аж по 3 раза в день перед едой. Солнышко светит, курочка клюет, по зернышку, а служба все идет. По зернышку, а служба все идет. Слушай мою команду, друг, строго нам скажет политрук. Топнем, враги все вздрогнут вдруг, нам прокричат ура! Спросим мы у своих подруг, строго ходил никто вокруг. Топнем, враги все вздрогнут вдруг, нам прокричат ура! Царь-император, ну что ты, ей-богу, как ребенок. А ну, марш служить! Я лучше тушить пойду. А кто служить будет? А кто тушить будет? А служить! А тушить! А служить! А тушить! А служить! А тушить! А служить! И вот так каждый день. Тушить. И надоело это царю-императору страшно. А ну-ка, вон из царства! Ну и пойду. Вот так вот и попал Иван в наше 39-е царство. Случайно, можно сказать. Только я утром пойду. Чего мне на ночь глядя идти? А, не попал еще. Ну ничего, утром, значит, попадет. Словом, ночка выдалась у царя тяжелая. Зато Иван, как и обещался, с первыми петухами тронулся в путь. Да, может, оно и к лучшему. Давно хотел поглядеть, как в других странах люди живут. Ну вот, хотя бы в 39-м царстве. Thank you.
оказывается, за граница-то. Эге-ге! Ну я же соскальзываю! Хуй! Пятый раз за день. Молодой человек, направо, налево. В смысле? Ну, вам песню, сказку, а также гадай по руке, верну любимую, отворот, приворот по фотографии, тамада на свадьбах, юбилеях, корпоративных вечеринках. Спасибо, не надо. Тогда сувениры, матрешки, ушанки, командирские часы. А у вас бронспойта нету? А? Ой! Ой! Попробуйте зайти через недельку. Это вы? Ну, рассказывайте. Чего рассказывать, царь-батюшка? Ну, как дела? Как настроение? Как ночь прошла? Нормально прошла. Да? А вот под утро не слышали такое по коридору? А потом? Нет. А ты? А я вообще спал. Да? А из печки такое? А из печки вот такое? Не слышал, царь-батюшка. А потом из печки так же. Ой. Как? Вот так. А, нет, это я бы точно узнал, если бы услышал. Да и печки у меня нет. А ты что, слышал? Я? Нет. Просто подумал, вдруг вы сегодня ночью именно такое слышали, ну, как я показывал. Вот было бы смешно. В общем, подумал я ночью над твоим предложением. Как раз тихо было, ничего не мешало, особенно вот это. Да и решил. Прав ты. Старею я, нужен преемник. Где будем искать? Так это, царь-батюшка, мы ж твои верные подданные. Все сделаем. Вот прикажешь ты, допустим, мне женить на Василисе. А куда деваться? Женюсь. Я же государственный муж, должен повиноваться. Фух, ну при чем здесь? Государственный муж, государственный муж. Объелся государственный груш. А ты, Серый, что скажешь? Я бы созвал отовсюду добрых молодцев. Пусть соревнуются, типа, кто стрелу дальше пустит, кто шестом выше прыгнет, а кто загадку отгадает. Короче, ситиус, альтиус, фортиус. То есть человек разумный. А за победителя отдадим Василису. А ты все-таки голова, хоть и вон с какими ушами. Царь-батюшка. Что? А, да, короче, иду к Василисе. Составь мне список лучших женихов из окрестных царств. А ты подготовь спортивные объекты к 14-му. Все, свободное. А, это у вас, значит, такой базар. Не, у нас базар совсем другой. У вас все больше продают, а у нас покупают. А это у тебя что, хозяйка? Капустка соленая. Ну, ничего. Но у нас по-другому. У вас капусту солят, а у нас соль капустят. А это что, ведро? Не, у нас ведро не так устроено. Вы воду внутрь наливаете, а мы наружу. Ну, что выливать быстрее? Денег не жалеем!
Не захочет она меня слушать. Это возможно. Что значит возможно? Ты думай, что говоришь-то. Я царь или не царь? Царь, царь. Вот, начнет ерепениться, выдам замуж силой. Правильно, прояви царскую волю. Что правильно? Жалко же девку. Да и самому неприятно. Приедет какой-нибудь Иван-царевич, будет тут ходить в трусах, командовать. Тьфу. Ладно, пойду попробую. Да все будет хорошо. Что хорошо? Ты что, русское радио, что ли? Корону сними. Что? Корону сними, говорю. А? Ну, что по-домашнему как-то, по-семейному. Только ты, царь-батюшка, не сразу про женитьбу говори. Зайди издалека. Не учи ученого. Слава богу, в политике 200 лет. Открывай. Боится он дочку. Никого не боится, а дочку боится. Вот. Ты это, дочка, погода сегодня какая, да? Какая? Что ты сразу начинаешь? Какая, какая? Нормальная. Тебя кот красиво Чайковского-то играет. Это Шуберт. Тебя никто не спрашивает. Ты так Шуберта играешь, как будто это Чайковский. Даже еще хуже. Ты, кстати, почему не на работе? У меня обеденный перерыв. Вот и иди обедай. Быть, говорю! Папенька, зря стараетесь. Я замуж все равно не пойду. Да при чем здесь замуж? И вообще, а почему не пойдешь? Тебе что, лень сходить, что ли? Тем более это недалеко. Ну, в смысле, ты понимаешь. Вот, ты посмотри только, каких тебе тут женихов подобрали. Одни красавцы. Так, а этот мне счет. Смотри, а, этот старый. Зато вот этот вот нормальный. Хе, нормальный пошли. Что если я и выйду замуж, то только по любви? Да что это такое? Ты чего здесь? Любовь-то? А я... Не потрогать, не увидеть. Ты? А я это... А я тут... Деспот! Волюнтарист! Это у вас такие семечки? Смешно. А у нас в 30-м семечки скулак. Одну съел, уже наелся. А, это у вас силомер такой. Не, у нас не так. У вас руками бьют, а у нас... Ногами. Все, нет моих больше сил. Вот тебе мое царское слово! Выйдешь замуж за первого встречного! Все, все погибло. Почему погибло-то? Ну ты же слышишь, за первого встречного. Так беги скорее, и будешь этим первым встречным. Точно! Ух ты, как у вас тут много одинаковых, а у нас не так. А вот и первый встречный. Министр! Под замок его и охранять, чтобы не сбежал. Серый, дуй на кухню и готовь свадебный стол. Заприши себя и рыдай! Пчелы, не жужжать! Трава зеленеть! Гвозди, не торчать! Птицы, это самое, петь! Свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу донесли. Широкой этой свадьбы было места мало, и неба было мало, и земли.
широкой этой свадьбе было, места мало, и неба было мало, и земли. Ну как, достаточно? Или надо побольше? Побольше. Чего? Всего побольше. Где я? Кто я? Нет, ну ладно. Кто я, это я, положим, хватил. Я, это я, Иван. А вот где я? Так, ну это, допустим, тоже несложно. Я здесь. Фу, нормально. Стоп, а где это здесь? Ой, легкое сотрясение мозга. Присваиваю этому сотрясению третью степень. О, нет, все-таки пятую. А, что-то я погорячился. Отдаю дочь. Неизвестно за кого. А главное, неизвестно зачем. Волк мне на него объективку принес. Ни богатырь, ни царевич. Да и имущество за ним никакого. Так откажи ему, царь-батюшка. Тут есть ли посмотреть? Не могу. Царское слово дал. Да ладно. Скажи, что это... Что передумал? А, чё-чё? А, что перепутал? Что перепутал? А, что перепутал? Думал. А, думал, что перепутал. Ну, думал, что перепутал. А на самом деле? А на самом деле я все перепутал. А я? А ты передумал? Передумал. Нет, царское слово так просто назад не возьмешь. Причина нужна. О, испытание. О, испытание. А что с питанием? При чем здесь питание? Идиот. Он должен пройти испытание. Идиот! Он должен пройти испытание. Кто идиот? Кто идиот? Ты. Ты. Что? Скажи ему, что издавна, перед тем, как обвенчаться с царской дочкой, жених должен был пройти испытание. Куда-то пойти и что-нибудь оттуда принести. Ну, а куда и что? Не знаю. Правильно. Он должен пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. Ух ты! Толково придумано. А кто это был? Где? Ну, вот, только что говорил. Это был я. Чё ты несёшь? Какой же это я? Я он с бородой и в короне, а это тёмный весь и плоский. Так это не тот я, который ты, а тот я, который я. Ага. Старею я, который я. А мысль хорошая. И еще дадим ему на все про все 3 дня. Никуда не успеет, ничего не принесет. Заперто. Ну что, хорошая дверь, прочная. Не, у нас не так. О, а здесь открыто. Но это тоже не выход, потому что это только вход. А что делать? Эй, ты чего плачешь? Я замуж выхожу. А что тогда реветь? Меня силы выдают. О, как? Это плохо. Это произвол. Волюнтаризм. Ну, наверное. А за кого выдают? За первого встречного. Кошмар. Живого человека за первого встречного. Ой. А он кто хоть? Да я его даже не видела. Наверняка какой-нибудь дурак необразованный. И некрасивый еще. Да уж наверняка. Первый встречный, они... Ух. А откуда он взялся-то? Упал. Под ноги. Вот, молодец. На ногах не держится. Да нет, он откуда-то упал. Летел-летел, упал. Тоже мне жених. Летел-летел и упал. Я, может быть, тоже сегодня это того. Летел, говоришь?
А там, куда он упал, ну, этот дурак необразованный, там не было такого, чтобы рядом стояли старичок в короне и собачка страшная? Было. А этот, который упал, он был такой высокий, широкоплечий, красивый, на пожарного похож. Ну, я в щелку глядела, но... Да с чего ты решил, что я на него смотреть буду? Ясно. А что замуж-то не хочешь? Может, он и ничего. Потому что замуж надо выходить только по любви. Так во всех книжках написано. По любви? А это как? Это самое прекрасное чувство на свете. Это когда сердце сильно-сильно бьется. И то в жар бросает, то в холод. И дыхание прерывается. Так это грипп. Ну, или ОРЗ. Да нет. Еще петь и танцевать хочется все время. Да это вообще ерунда какая-то. Да ну тебя. Ты какой-то... Ой. А ты кто? Видишь ли... Как тебе сказать? Я и есть тот первый встречный. Ты! Ненавижу тебя! Ненавижу! А вот что сразу? Ненавижу? Я-то здесь при чем? Я и сам особо жениться не хочу. Как это не при чем? А кто? А кто? Да? Правда не хочешь? Ну, я, может, тоже хочу, чтобы у меня было это твое... Ну, грипп с ОРЗ. Честно? А тогда знаешь что? Давай, давай поклянемся, что никогда не выйдем замуж друг за друга, а? Да легко. Правда? А то, клянусь. Вот, слышала? И я клянусь. Ну и все, а то ненавижу, дурак необразованный. Тебя как звать-то? Василиса. А меня Иван. Спокойной ночи. Волки! Вот так и стой. Что я тебе скажу? Привалило тебе, Иван, счастье. 38. Ты откуда знаешь, как меня зовут? Я про тебя все знаю. Даже то, чего ты сам про себя не знаешь. 54. Это что, например? Вот ты знаешь, в каком костюме ты сегодня будешь. А я знаю. И что ты есть будешь, и где спать ляжешь. Мы же это делаем. Да нет, я не знаю. Значит, не делаем. Везет тебе, парень. На царской дочери женишься. Стали 58. Девушка, она непростая, с характером, но в целом положительная, конечно. Привлекательной наружности. А главное, из хорошей семьи. А можно я с товарищем пообщаюсь с глазу на глаз? Тут такое дело. В общем, не буду я на ней жениться. Ого! Ты чего? Понимаешь, какая штука? Я решил, что женюсь только по любви. По любви? А ты любил когда-нибудь? Ну, пока нет, но мне много рассказывали. Так вот, слушай, была у меня любовь. И что мне это дало? Разбитое сердце. Тебе оно надо, а? Просто я слово дал. Ты имей в виду, согласишься, царевичем станешь. Откажешься, тебе царь голову отрубит. Все равно не женюсь. Я бы на твоем месте хорошенько подумал. Вот как ты без головы? Допустим, идешь ты куда-нибудь, а не видишь куда. А? Но, предположим, ты туда дошел. А так ли тебе там рады? В этом виде. И чем ты это поймешь? А самое главное, усадили тебя за стол. И вот куда ты будешь есть? Во что? Вам чего? Так сильно надо? Ну? Я вообще-то по любви хотел. Но раз надо... Вот-вот-вот. Только давай я тогда на ком-нибудь другом женюсь. Просто я уже слово дал. Да когда ж ты успел? Ну, забери назад. Не могу. Это ж слово. Тьфу ты. Как же тяжело дело иметь с порядочными людьми. Новобрачная царевна Василиса! Ну ты хоть посмотри на нее. Не буду, я сказал. Новобрачный Иван! Ты нас перед гостями не позорь. Столько народу понаехало. Сказал же, не буду, значит, не буду. Ну, что ты так убиваешься? Он же слово дал. А вдруг он его не сдержит? Ну, в крайнем случае, проживете года два и разведете. Ты хоть посмотри на него. Издалека вроде ничего. Не хочу на него смотреть. Не хочу. Ай!
и Иван. Очень приятно, Василиса. Потанцуем. Царь-батюшка! Солнышко светит, курочка клюет, ни ёжка, ни белочка, царь-батюшка идет. Ни ёжка, ни белочка, царь-батюшка идет. Слался родимый наш царь много лет, не демократ ты, а яркий рассвет. Наш свет, рассвет, 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 рассвет. Дорогие гости, всем нам уже очень хочется выпить за здоровье молодых. Но, как напомнил мне первый министр, есть заведенное издревле правило. Прежде чем обвенчаться с царевной, жених должен пройти испытание. Так сказать, совершить подвиг во имя любви. Посему повелеваю Ивану раздобыть и принести к нашему двору то не знаю что. Даю подсказку. Идти за этим надо туда не знаю куда. Сроку на это дают 3 дня. Принесет, сыграем свадьбу. Нет, не сносить ему головы. Так что, Иван, на поиски, а всех остальных прошу к столу, чтоб не пропадало. Царь-батюшка, пропадет же парень. Ой-ой, пропадет. Проваландается 3 дня, придет, доложит, не нашел. А я его помилую, и на все 4 стороны. Нужен он мне больно. Ты же слово дал, что за него Василису выдашь. Дал. А вот министр придумал, как его назад забрать. Голова. Короче, это... Все поменялось. Ты же не хотел жениться. Вот и иди себе домой, только не суйся сюда больше. Знаешь, не могу. Я, кажется, влюбился. В кого это ты влюбился? В Василису. Так, погоди, погоди. Как ты вообще мог это понять? Ну, как же. Сердце сильно-сильно бьется, и то в жар бросает, то в холод, и дыхание прерывается, и... Ну и при чем здесь любовь? Это, возможно, грипп. Ну, или ОРЗ. Да подожди ты, мне еще и петь, и танцевать хочется. Это как раз ничего не доказывает. Нет, теперь я без Василисы не могу. Пойду искать то, не знаю что. Ну, доченька, как батюшка все придумал? Понимаю. Боишься, что он найдет и вернется? Не бойся, не вернется. А даже если вернется и принесет, то я ему все равно голову отрублю. Так что не переживай, не выдам я тебя за него. А че это она плачет? Может, от радости? Что-то слишком сильно она радуется. Доченька, я что-то не пойму. Я же вроде сделал, как ты хотела. Я люблю его, я хочу за него замуж. Я прошу прощения, за кого? За Ивана. Это который первый встречный? Да. Так, извини, я на совещании. Значит, насколько я помню, я ей предлагал на выбор красавца-богатырей царевичей. Она наотрез. Наотрез? Тогда я вспылил. Говорю, выйдешь замуж за первого встречного. Она в слезы. В слезы, царь-батюшка. Тогда я, как любящий отец и достаточно демократичный государь, отправил его туда, не знаю куда. Проще говоря, ну, понятно куда. Понятно. И рассчитывая на хотя бы минимальную благодарность, захожу к ней, вместо того, чтобы уже 15 минут пировать на весь мир. И взамен спасибо получаю вот это. Ничего не упустил? Ничего, царь-батюшка. Ну, ясно. Значит так, ты сейчас же выйдешь замуж за первого встречи... А, это уже было. За второго встречи... А какая разница? Я сейчас же запру тебя и будешь сидеть и... А смысл? Она уже и так сидит. Короче, ты сделаешь то, что я сейчас скажу. А что я сейчас скажу, я тебе придумаю завтра или послезавтра. Но чтоб после этого у меня никто не смел. И никогда. Понятно? Вот так вот. Распустились тут у меня. А? Угу. Да, настоящий руководитель. Одно могу сказать определенно. Здесь этого нигде нет.
Почему ты так думаешь? Потому что я здесь все знаю. А где же оно тогда? Где-то не здесь. Вот чего ты говоришь? Где это у нас не здесь? У нас везде здесь. Даже вон там. Все равно здесь. Когда туда дойдешь? Ну, вообще-то есть это одно место. Но я вам про него рассказывать не буду. Почему? Потому что ученые отрицают его существование. А я же ученый. Правда, коты в него верят. Так расскажи нам, как кот. Мяу! 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 Ты чего? Как кот я только мяукаю. А как ученый? А как ученый, не верю. Замкнутый круг. Так, ты ученый, не тяни кота за хвост. Рассказывай. Но я же соскальзываю. Не на ту ветку. Говори, пожалуйста. Ну, есть тут за околицей один колодец. Вроде с водой, но никто ее оттуда не берет. Наоборот, стороной обходят. И говорят, что если подойти поближе, то оттуда так... Ну, а возможно, это просто ветер шумит. Короче, если идти туда, не знаю куда, то только туда. Потому что больше некуда. Спасибо тебе, кот. И знаешь что? Передай Василисе... Ах, ладно. Не надо ничего передавать. Подожди. На вот тебе. Сможешь с его помощью со мной связь держать. Пропало! Прекратить истерику! Значит, операция «Преемник» провалена? Да! Я знаю, как будет! Он ничего не привезет, но он его не казнит, потому что она его расшалбит, и он все равно ее за него отдаст, потому что она его полюбила! Понятно. У нас осталось всего 2 дня. Переходим к плану «К». А что такое план «К»? Ключ, идиот. Его нужно просто украсть. Блестяще! А как? Ну что, пошли? Постой! Вдруг это просто колодец? Намокнем, простудимся. Не дай бог, потонем еще. Все, Серый. Да погоди! Ты уверен, что она тебя любит? Не уверен. Принесу ей то, не знаю что, и пусть сама решает. Да, это точно не ОРЗ. Почему? ОРЗ можно вылечить. Все, я пошел. Да что ты понимаешь? Странновато тут у них. Не плачь, дед, не плачь, кот. Бабка. Кот! Пардон. Давай быстрее, я на работе. Кот, прости, я тут куда-то попал и не понимаю куда. Может, посмотришь? Ну давай, показывай только быстро.
Кот, ты чего? А чего ты меня пугаешь? Это случайно вышло. Так куда я попал? Не знаю. Вот и я не знаю. Так может, это и есть туда, не знаю куда? Возможно. Извини, я на работе. Так, моя группа, не разбегаемся. Сейчас идем направо, песню заводим. Подожди, мне-то куда идти? Подожди, волк, это ты, что ли? Ну? А чего не говоришь? Так я же говорю. Да кто ж так говорит? Сказал бы просто, я волк. А то я волк, я волк. Ты чего здесь? Да я это, подумал, ну, неважно, в общем. Просто вдвоем веселей. Так, куда же нам направиться? Волк, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Баба-Яга. Да, небогатый выбор. А нет ли тут до пляжа 100 метров или там кафе направо? Ой, смотри, белка. Белка, а, белка? Скажи, это вот мы сейчас куда попали? Туда не знаю куда? Ну, типа того. А где это? Это здесь. А-а-а. Скажи, а где у вас тут то, не знаю что? Не, ну так не положено. Вы мне должны вначале что-нибудь хорошее сделать. Ну там, спасти от злодея какого. А может, сначала ты нам поможешь, а потом уже мы тебе. Ага, сейчас. Может, снежком ее собьем? Быстрее будет. Погоди. А от кого тебя спасать? А ты придумай. Белка, обернись. Ага, вот так прям взяла и обернулась. Получила? Ой, подождите, так получается, что вы меня спасли, что ли? Ну, типа того. Тогда простите, чего хотите? Я для вас все сделаю. Что вы там хотели узнать? Спрашивайте, отвечу как на духу. Есть здесь это, озеро заколдованное, которое заклятие снимает. Серый, ты чего? Зачем нам озеро? Потом. Есть. Она появляется перед теми, кто в обратный путь направляется. Ага. А где у вас то, не знаю что? А вот этого я не знаю. И вообще, вы меня один раз спасли, а я вам два раза ответила. Всего хорошего. Ты что, издеваешься? Не, ну я правда не знаю. Но есть одна идея. К Бабе-Яге вам надо сходить. Ха, разбежались, чтобы она нас слопала. Ну, она может, да. Но зато у нее есть волшебный клубочек, который умеет показывать дорогу. Если вы его как-то раздобудете, то сами понимаете, он все знает. Ничего себе. Ага. Ну, а что делать? Пошли, расскажем всю Еге и попросим клубочек. Вот простота. Ты что, сказок не читал? Ну, инструкцию к огнетушителю читал. А что? Ничего, нельзя с ней по-честному. Так что... Что я вижу? Какая невероятно красивая сказочная жительница! Стойте, стойте, ничего не говорите! Мы сами угадаем, как вас зовут. Вы Алёнушка. Нет. Скорее, красавица! Нет, глупость, тогда бы вы спали. Варвара краса, длинная коса. А где коса? Вот коса. Нет, я не это имел. Мария из кузницы, да?
Яга просто вылита. Да. Да нет, я баба-яга. Ну-ну, продолжай. Баба-яга? Нет, я не верю. Вы девушка-яга, ну в крайнем случае женщина-яга. Но баба, это не про вас. Вам сколько лет? 350. Прекратите нас разыгрывать. Максимум 170. Ну, 210. Ой, ну вы скажете. Но, к сожалению, так не будет вечно. Еще 100, ну 200 лет и все. Вы уже не будете в такой потрясающей форме. Что же делать? Спросите вы меня. Ну-ка, спросите меня. Что же делать? А вот что. Косметика, лесные прелести. И ваша вторая молодость станет первой. Натуральный продукт без добавок и консервантов. Желаете приобрести? Ой, да, хочу, хочу. Только вот мне утром пенсию принесут. Я вас все куплю утром, а? А вы пока заночуйте у меня. Не, ну до утра мы ждать не можем, да? Нет, не можем. Ну а как же тогда? Что ж делать-то? Эх, ладно, так и быть. Мы могли бы с вами обменяться. Ой, давайте. А на что? Только чего неприличного не предлагать. Мадам, ну как вы могли подумать? Мы меняем этот замечательный набор косметики и пригласительный билет на вечеринку для тех, кому за 300 на... На? На... На... Волшебный клубок. Фу! По рукам? По рукам, по рукам, касатик! Учись, жених. Ну, как это говорится? Клубочек, клубочек, проложи путь к этому, которое то не знаю что. Чё это он? Ничего не выходит. То не знаю что, находится там, не знаю где. Извините, хлопцы. Вот те раз. И чего делать будем? Ну, давай тогда к Кощею, что ли? Кощею можешь? Кощею могу. Он тут у нас самый умный. Может, и подскажет чего. Только он это, до смерти заговорить может. Как это? Словами, что ли? Ну да, словами. Словами? Это ерунда. Мы словами и сами кого хочешь заговорим. Давай, Кощею. Угу. Ого! Да, сервис, однако. Вихри сани вдаль уносят, да Кощея вмиг добросят, если только в пробку по пути не попадем. Скорость пускай превысим чуть, станет зато короче путь. Смело тронем наискосок, известен адресок. Сюда, что ли? Проходите, проходите. Я так люблю гостей. Ну и видно. Ну что вы, это такой дизайн. Некоторые говорят мрачновато, но мне нравится. Мертвенько так, в смысле живенько. Я люблю историю и люблю рассказывать разные истории,
Что вы хотите услышать? Да мы, собственно... У меня здесь собраны самые-самые... Вот, послушайте. Это было страшное время. Беззаконие, произвол, хаос, людоед взял в плен мальчика с пальчика и его братьев. Я ведь помню мальчика с пальчика. Очаровательный мальчишка, открытое доброе лицо. Гагаринская улыбка. И людоед, безумный кровавый тиран. Но была в этой тирании своя страшная зловещая красота, гармония противоречий, свой лед и пламя, чет и нечет. Вы нас простите, но мы... Что? Вам не интересно? Нет, что вы, очень интересно. А нет никакой истории попроще? Попроще. Ну, слушайте. Вот, пожалуй, про девочку, которую звали Красная Шапочка. Красная Шапочка пошла по длинной дороге, а волк побежал по короткой. А, точно, я знаю это место. Там есть еще третья дорога. Она чуть длиннее короткой, но чуть короче длинной. Да-да-да. И если по ней идешь туда, то в конце нужно свернуть направо. А если оттуда, то налево. Тут главное не перепутать, где у тебя туда, а где оттуда. Подождите! И волк быстрее побежал к бабушке, чтобы... Стоп! Это какая бабушка? Родная или двоюродная? Ну, потому что если это двоюродная, то это вообще другая сказка. Ну что вы меня путаете? У нее была одна бабушка. Нет, так не бывает. У каждого человека минимум две бабушки. А в сказках их бывает до 7, как гномов. Или до 12, как месяцев. Но до 12 нужно обязательно вернуться с бала, иначе карета превратится в тыкву. Это если один бал. А если их 7 или 8 баллов, это уже землетрясение по шкале Рихтера. Все, хватит! Здесь истории рассказываю я. Так вот, волк... Простите, очень близкая мне тема. Серый или белый? Кто? Волк. Там же, помните, один серый, другой белый, два веселых волка. Ну, жили у бабуси. А, это гуси. Простите, ради бога. Какие гуси? Которые спасли Рим. А если прочесть задом наперед, то мир... А знаете, как будет задом наперед Кощей Бессмертный? Ищок Интримсеп. Чего вы обзываетесь? А знаете, как будет Баба-Яга задом наперед? Не знаю. Агя-Абаб. А где то не знаю что? У Змея Горыныча. Перестаньте! А Змей Горыныч задом наперед? Прекратите! Хенрок Хемс. Но это ладно. А вот как будет задом наперед Али-Баба и 40 разбойников? Если перечислять всех. Помогите! Не помогите, а идти гамок. Караул! Луарак! Все! Уходите! И не приходите сюда больше! А, живы! Ну что, Горынычу? Давай, вези нас к змею. Ты чего? Отпустите меня. Я вам покажу, куда идти. Только можно я с вами не пойду? Очень страшно. И потом у меня тут рядом семья, на предельной фабрике. Детки, шерстяные варежки. Я их уже знаете сколько не видел. Всю дорогу показываю. Ну ладно, иди. Спасибо. Стой! А Горынычу-то как? Зачем он пошел в это страшное царство? Один! Все, он погиб! Погиб! Ну, погоди. Почему сразу погиб-то? И потом, он совсем не один. Ты вообще молчи, предатель! Убийца! Зачем ты его туда послал? Я ж не знала, что все так серьезно. Если с ним что-то случится, я не переживу. Не переживай. В смысле, переживай. В смысле, нормально все будет, не волнуйся. Вот где он сейчас? Что с ним? Вот, сейчас узнаем. Ровно через 3 секунды ты увидишь своего возлюбленного. Как через 3 секунды? Подожди, я не накрашена! И вообще... Я парикмахерша! Через 3 часа соедини! Что ты знаешь, где можно раздобыть то, знаю что.
твоем уме? Ты у меня воплощение всемирного зла. Хочешь что-то попросить? И думаешь, что я тебе это дам? А почему нет? Да я тебе сейчас. Ты пойми, вот у кого-то судьба. Его все любят, поют о нем песни, подарки ему дарят. Хотя бы на уровне цветов и открыток. Но ведь должен быть кто-то, кого все не любят. Иначе нарушится баланс между добром и злом. Да? Да. Вот это мы и есть. Яга, Кощей и я. Ой, зла. А ты у меня пришел это просить. Чего ты пришел просить? То не знаю что. Вот, сам не знаешь чего. Так что примешь ты сейчас смерть. Страшную, лютую. Стой! Стой, я тебе говорю! Мы жалобу на тебя подадим. В Страсбургский суд. За издевательство над военнопленными. Смешная собачка. Ты зачем притворяешься? Чего это я притворяюсь? Ты притворяешься злым, а ты добрый. Ты давай думай, что говоришь. Я ж тебе сказал. Ось зла. У тебя добрый взгляд. У меня? Только ты все время делаешь зло. А ты попробуй сделать хорошее. Знаешь, как это приятно? Что хорошее? Нас отпусти. Ага, вы же уйдете. Конечно. Ну и какая мне радость. Мы тебя поблагодарим. А ты увидишь, как это приятно. Да, меня еще никто не благодарил. Ну, давай попробуем. Все равно, если что, я тебя догоню и... Ну, идите. Ну и чего? А вот, спасибо тебе, Горыныч. Очень ты нас выручил. Какой ты, однако, добрый и позитивный. Как ты сказал? Спасибо, говорю. Благодарю тебя за твою доброту. Ух ты, приятно. А можно еще раз? Чего? Хорошее дело сделать, тебя отпустить. Так ты же уже отпустил. Так я ж могу и передумать. А ну иди сюда. Все понял? Ага. То-то. А теперь смотри, иди. Отпускаю. Ну, благодари. Спасибо тебе, Горыныч. Век тебя добрым словом буду поминать. Эх, хорошо. Ну да еще потренируюсь. Поймал. А теперь отпускаю. Спасибо тебе, Горыныч. Не забуду твоей доброты. И че, все что ли? Вот ты уйдешь, а мне захочется, чтобы меня еще кто-нибудь поблагодарил. И что мне делать? Ну, сделай еще какое-нибудь хорошее дело. А я никаких других не умею. А ты подари кому-нибудь что-нибудь на память. Что-нибудь хорошее, ценное, что тебе самому нужно, но для хорошего человека не жалко. Подожди минуточку. А если ему кочергу подарить? Нужная вещь. Ну да, конечно. А чем мы будем в зубах ковырять? Да, это я не подумал. А давайте так. Жизнь, которую мы у него могли отобрать, но не отобрали, значит, подарили. Нет, ну это демагогия. А может, вот эту штуку, ну, которая... Которая? Которая не которая. Не понял, какая? Да никакая. А эту? Эту можно, если ты ее имеешь в виду. Я ее, если ты ту имеешь в виду, которую я имею. Дарим мы тебе вот эту штуку. Что это есть такое, никто доподлинно не знает, но вещь наверняка нужная. Иначе зачем бы мой отец передал это мне, а его отец передал это ему? А его ему? А его ему. А до того его ему. А еще до того его ему. Это же есть то, не знаю что. Ну, спасибо тебе, Горыныч, за доброту, за щедрость. Да? Ну, вот и хорошо. Иван! Чего это у тебя? А вот, зеркальце волшебное. С домом разговаривать. Иван! Ух ты! Ты кто? Мама. Смешной чудик. А подари мне тоже вот эту штучку. Я в ней чудика пугать буду. Раньше бы я ее тебя, конечно, отобрал. Но я ж теперь добрый, поэтому я прошу. Но предупреждаю, если не отдашь, я у тебя ее силой отберу. На мелкие кусочки разорву всего, порошок сотру и испепелю. Вот. Ну чего, подаришь? Что там было последнее? Испепелит. Он подарит. Ну давай, давай. Что ж ты копаешься? Открывай. Сейчас. О. Инструкция. То не знаю что. Вот. Может стать тем, чем захочешь. Любым предметом, явлением или понятием по вашему желанию. Или выполнить то, что нужно, но только один раз.
произведено. Тем, не знаю, кем, не рекомендуется употреблять туда, не знаю, куда. Не давать в руки тому, не знаем, кому младше 7 лет. Класс. Ну, вперед. В смысле, назад. В смысле, домой. Ты чего здесь делаешь? Снюсь тебе, царь-батюшка. Не надо. Ты мне еще днем надоел. Иди снись казначею. Слушаюсь. Внимание, вопрос. Приснится же такое. Идиот, у тебя же ключ. Ах ты, изменник! Ты как посмел! Где же это озеро? Неужели наврала? Так ты про это озеро спрашивал? Да, красиво. Иван, ты... Да что ты? Что ты? Слушай, у нас есть предание семейное. Короче, что мы не волки, что наш род какой-то злой колдун проклял и заколдовал. А были мы кем-то другими. Ну, людьми, конечно. И наверняка непростыми. Думаю, князьями были, а может, даже и царями. Потому что откуда тогда такой кругозор, широта взглядов, масштаб личности? И вот, наконец, я нырну в это волшебное озеро, и падут колдовские чары с меня и потомков моих. За буйки не заплывать. Иван,
Ванюша, последний раз меня видишь? Ну, вот таким. Сейчас я приму свой настоящий облик. Ну, здравствуй, Иван. Ой, а что у меня с голосом? Простудился, пока купался. Ты чего так смотришь? О, суслики какие-то. А откуда здесь суслики? А-а-а! Нельзя, брат! Нет! Ну правда, ну честно! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Ну почему? Ну пусть это кому-то не считается! Эй! Эй! Ты! Ты кто такой? Сейчас! Верни волка обратно! Ты видел? Видел? Волчья натура всегда свое возьмет. Поднапрягся и раз! И опять стал волком. И никакое колдовство. Это чего такое? Это же вот это, которое, за которым мы. Меня что ли обратно этим самым? Ты чего наделал, а? Ну, а как бы я тебя бросил? А потом, ну, принесу я эту штуку. Ее за меня замуж. Она меня не любит. И зачем тогда все? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот вы где. А я вас по всему лесу ищу. Там у нас такое. Вот оно как вышло-то. Так, я все понял. Вперед, в атаку. В какую атаку? А чего делать-то? Нужно подумать. Василиса, соглашайся. Отбрось даже тень сомнения. Мира будут у твоих ног. Кажется, подействовало. Я предлагаю тебе руку и сердце. Спокойно, спокойно. Нужно понять, что эта шапка может делать. Конкретно, желательно с примерами. Да какие вам к лешему примеры еще? Что может делать шапка-невидимка? Я иногда надевал ее и слушал, что про нас говорят. Ну, это, про политику нашу. Короче, очень нужная вещь в государстве. Понятно. Значит, шапка-невидимка, попав на тень, превратила ее из тени в... Ну, понятно в кого, так? Так. Ну вот, теперь все ясно. Нужно сорвать с него эту шапку. Но как?
Я знаю как. Уже 3 часа никто спасибо не говорит. А если оленю рога оторвать? Зачем? А он ими за ветки задевает и голове тяжело. Не, ерунда, не пойдет. Может, ежику колючки повыдергивать? Они же ему, наверное, колются. А нет? А я вам говорю, этот Иван какой-то секрет знал. А нам не сказал, надо было его... А вот я думаю... Тихо, у аппарата. Все понял, вылетаем. Паша, огоньку не найдется. Так что все равно... Простите, сколько еще будет идти лирическая сцена? Просто очень тяжело. Так значит, мы никогда не сможем быть вместе? Ничего это не значит. Объявляю вашу клятву недействительной. Я больше не могу. Женитесь быстрее, а то вон товарищ на пределе возможного. Целуйтесь. Все. Вы летите, я знаю. Thank you.
Шумел камыш, цвела сирень, пел контрабас. Вы потанцуйте и обдумайте заказ. Любой артист почтет за счастье петь для вас. Вы, кстати, слышите боярского сейчас. Хорош болтать, Кощей, послушай наш аккорд. И оцени, старик, что за роялем кот. Хорошо. Вы потанцуйте, ну а мы споем для вас. Я, между прочим, не совсем волк. Наш род заколдовала злая волшебница, а так бы я был султаном. Mm-hmm.